ていく。Может, я смогу помочь тратусечке тогда уйти. Так, спасти подданных империи. Мне не нравится, что здесь очки героя почему-то действуют. А я выбрал без очков героя. То есть уровень не должен повышаться. А он повысился, сволочи. Мало того, что из моего дорогого посоха сделали кувалду. Баг какой-то произошел. Так еще вот это. Нужно выйти и снова войти. Так, где эта штука? За спиной у меня. Это Канпа-банк. Ага, это можно исследовать. Железный тяжелый шлем магии. Камень душ. Кленовый восстанавливающий посох. Восстанавливающих посох пламени. А у нас просто восстанавливающий. Зато у нас не надо заряжать наш посох. Кленовый лук. Сейф нулевого легиона. А это рекомендуют разобрать. Железный кинжал электричества. Вот это можно положить. Оболочка доэдры. Рецепт настойка. Фрагмент ключа. Железный двуручный меч пламени. И это мы знаем. Коронный свиток опыта. Осадного командира. Великолепный сейф нулевого легиона. Совершено. Смотри, под ноги. Билет событий. Вы получили билет событий. На эти билеты у импресарио торговца событий можно тра-та-та. Чего-то там. Ну,
уже знаете этот рецепт. Сейф. Камни Тельвар и страница стиля посох порабощения. Взять всю. Обновлена. Ой. Это здесь в стиле оружия посохи. Ведь с легатом Галом. Так, завершить. Культ червя. Свершено. И у мертвых есть уши. Валюта, которую мы не успеем потратить. Ремесленный мотив 17. Ивкинские сапоги. Требуется 9 уровень любой из следующих пассивных способностей. Обработка металла, шитье или столярное дело. 9 уровень. Господи. И что вот эта пакость с собой теперь таскать все время?
чеканные эполеты, наплечники, железный тяжелый шлем. Это все рекомендуется продать. Еще это каково? О, прицеп этот сердце доэдра. Материал стиля. Господи, что это за стиль у них? Медаль за осаду. Фрагмент рунного ларца. Клиновый щит. Так. Так, теперь нам нужно опять со спиной. Железный двуручный меч пламени, железный кинжал, электричество. Это железный тяжелый шлем магии. Максимальная магия 704 плюс. Увеличивает показатель брони этого предмета на 13. Домотканые перчатки, легкая броня. Так, стол ювелира. А где этот стол зачарователя? Стол зачарователя и алхимический стол. Они что тут делают? Почему камни Тельвар опасны? Ты, леди из Танета, я читал твои книги. Добавьте по одной руне каждого типа. Когда все ячейки рун будут заполнены, нажмите R, чтобы изготовить глиф, или X, чтобы очистить ячейки. Помните, изготовление глифов из неизвестных рун позволяет вам увеличить... Да.
эти изготовления глифов, помните, изготовления глифов из неизвестных рун позволит вам изучить их эффекты.
Все равно. Все равно.
встречу.